13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает руководитель отдела по связям с общественностью Кировской городской думы Яна Страузова. Яна Юрьевна, добрый день. Добрый день. Есть у меня целый ряд вопросов, которые хотелось бы сегодня обсудить. Но начнем с прямой линии главы города Владимира Васильевича Быкова, которая планируется на 2 февраля 2016 года, этого текущего. Эта прямая линия будет транслироваться по телеканалу «Россия-24». Что это такое? Это тренд такой сейчас пошел? Или это предвыборная кампания, которая уже сейчас началась? Почему вдруг? На самом деле, и с моей точки зрения, как специалиста в этой области, такие прямые линии, они очень эффективны. Во-первых, это своеобразная лакмусовая бумажка и замер настроения населения. То есть те вопросы, которые к нам приходят в почту, а их ежедневно, вот сейчас мы только открыли прием таких вопросов, и возможность горожанам дали задать самые острые вопросы, ежедневно приходит порядка 10 вопросов. На сегодняшний день, да, только неделя у нас активности, мы получили более 60 таких вопросов. То есть а мы... где открыта эта линия? Линию можно свои вопросы адресовать, зайдя на сайт администрации. Там создана специальная форма, где вы ее очень легко заполняете. Вы можете прикрепить любой видеофайл, аудиофайл. Вы можете на скайпе сделать свое видеосообщение и отправить его. И за неделю уже каждый день по 10 вопросов. Понимаете? Да, то есть более 60 вопросов на разные, абсолютно разные сферы жизни мы приняли. То есть мы посмотрели, какие наиболее часто задаваемые вопросы и сферы. Значит, те болезненные сферы, которые есть у горожан. И понятно, что глава города выберет самые актуальные вопросы. Он сам лично будет выбирать? Конечно, он будет выбирать сам самостоятельно, лично, потому как эфир у нас невелик, 30 минут. Да, кстати, вот вопрос, почему 30 минут? Ну, потому что вы знаете, что эфирное время – это дорого, потому что мы как бы бюджетная организация, и сколько нам дают возможности поработать в эфире, в прямом, в телевизионном эфире, мы этим пользуемся. Но при этом есть большой плюс. Мы все эти вопросы аккумулируем, мы ни один вопрос не оставим без внимания. Естественно, что ответы будут выложены на сайте администрации. Ну и на самом деле Владимир Васильевич решит, нужны ли ему такие линии и как часто они будут. Ну, Владимир Васильевич Быков принимал участие во всех прямых линиях губернатора области, которая тоже вот в качестве эксперимента запустилась не так относительно недавно, да, недавно, позапрошлый год, по-моему, и, видимо, пошел по стопам своего товарища. На самом деле, я так понимаю, что правительство Кировской области довольно тоже этими прямыми линиями, и наши слушатели в этот раз на последнюю прямую линию губернатору присылали очень много вопросов. Это очень хорошо, что вы будете выкладывать ответы на все вопросы, которые придут, потому что нам звонили слушатели и говорили, а куда делся мой вопрос? Понятно, что не безразмерное время, но ответ получить хочется. Поэтому это, конечно, очень важно, чтобы вы выложили все ответы. Как вы сказали, что Владимир Васильевич будет сам отсматривать эти вопросы, но, наверное, сейчас уже, раз по 10 вопросов в день приходит, понятно основное направление этих вопросов. Это жалобы, это критика, это частные какие-то вещи, там у нас, условно говоря, нет воды или что-то такое, или глобальный наоборот. Ну, вопросы действительно очень разные, начиная от личных вопросов, типа попробуйте или субсидируйте деньги на лечение где-то за границей, заканчивая глобальными вопросами с предложением экономической программы комфортной жизни населения в данном в Кировской области. На самом деле, конечно, люди жалуются, частные вопросы решают. Жалуются на отсутствие воды. Очень много вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну, это то, что касается каждого из нас, то, что городская власть должна контролировать, оценивать, ну и отвечать за какие-то жизнеобеспечивающие функции. Но, в принципе, радует, что, во-первых, активность горожан. То есть это показывает, что все-таки надежда на власть есть, и вопросы эти решаемы. Это второе. Это первое. Второе. Вот мы посмотрели, что есть часто повторяемые вопросы. То есть темы выделяются. Тема ЖКХ очень часто звучит. Следовательно, в этой сфере нам нужно более четко применять какие-то управленческие действия, ну, информировать, решать вопросы. Естественно, больше вопросов, наверное, будет связано с этой сферой, и будут они выложены на сайт. Скажем, типичные вопросы и ответы получат многие.
Вы сказали, что Владимир Васильевич, еще раз повторяю, будет просмотреть свой вопрос. Вы знаете тенденцию последнего времени, что чиновники очень остро реагируют сейчас на критику. Владимиру Васильевичу доставалось всегда, и не только в интернете, но в интернете, как мы знаем, особенно ретиво мы действуем. Нас же нет, мы пишем, что хотим. Да, ну, кто-то анонимно, кто-то открыто это делает. И тем не менее, вот буквально недавняя в газете «Ру» тоже статья «Число обидчивых чиновников в России растет так стремительно». Особенно интересна тенденция, что чиновники просят или прям распоряжаются по поводу того, чтобы привести этого критикана на ковер и заставить публично извиняться. Ну, вы знаете, видели, наверное, и сюжеты, и кадры, и читали такие вещи. Конечно. Как лично вы относитесь к подобным вещам в интернете? А как вы лично относитесь к такой реакции высокопоставленных чиновников? И как ваши непосредственные начальники, главы нашего города, относятся к таким вещам? Ну, начну с себя. Я к этому отношусь спокойно. Я абсолютно понимаю и адекватно оцениваю информационное пространство. В нем столько же, скажем так, сумасшедших, сколько в любом городе. То есть, а там они еще получают маску и личину анонимности, поэтому могут не скрывать своих выражений и критиковать. Поэтому сколько там истины и правды, всегда ты замеряешь, когда знаешь ситуацию, знаешь проблематику. В отношении к чиновникам, ну, наверное, если чиновник очень дорожит своей репутацией, он попытается разобраться в проблеме, если это проблемная критика. Угу. Если же это оголтелое обливание грязью, что тоже подчас, то есть в большинстве своем бывает, ну, тогда с этим нужно как-то работать, потому что нужно, потому что это тоже, в принципе, люди и чье-то мнение. Я думаю, что нужно. В каком смысле работать? Вызывать, как это делают некоторые мэры городов на ковер и заставлять публично извиняться? Нет, нужно понять, откуда. Понимаете, любой человек либо им движет собственное мнение, либо кто-то им пользуется. Если кто-то им пользуется, значит, у тебя есть какой-то лагерь недоброжелателей. Нужно определить, кто, и замерить температуру. Я это рассматриваю с точки зрения такого практичного решения. Uh-huh. Значит, если какая-то коалиция складывается вокруг какой-то темы, либо недовольство чиновникам, тут нужно разбираться прям вот очень подробно. Uh-huh. Обижаться это, конечно, очень глупо, и выставлять свою критику на показ, ну, в смысле, обижаться публично, ну, это глупо, правда. Да. Ну, кстати, можно добавлю про Владимира Васильевича. Да. Я просто наблюдала, как он к этому относится очень мудро. Он говорит, ну, типа там, этих критиканов может быть сколько угодно. Он на самом деле очень внимательно смотрит интернет, он угу. смотрит форумы, это публикации. Да. Вот, и, в принципе, своих критиканов он знает в лицо, он знает, кто за кем стоит. Вот. А когда идет реальная критика со стороны горожан, это молниеносная задача решить эту проблему или в ней разобраться? Ну вот тогда все равно еще раз ваше мнение по поводу действий, например, мэра Елабуги Геннадия Емельянова, который на совещании в мэрии зачитал комментарий пользователя. Он ему этот комментарий не понравился, и он распорядился найти женщину, которая написала этот комментарий, привести на деловой вторник и заставить публично извиниться. Ну, здесь очень трудно оценивать, насколько там запал. Я не видела, вот о чем, в какой, скажем, риторике критиковали такого чиновника. Mm-hmm. Но я думаю, что если бы он хотя бы перевел это в плоскость делового вторника своего и с человеком просто поговорил, это было гораздо эффективнее, нежели... Риторика была следующая. Было сообщение о ложной угрозе взрыва в торговом центре, и кто-то неудачно пошутил, написав: Геннадий Егорович, это, соответственно, мэр, шутить изволит, по пути на работу в Елабугу развлекались как могли. И вот за такой комментарий... Нет, ну это по-моему, не очень умно. Угу. Значит, есть вопрос от нашего слушателя, просят вас рассказать поподробнее в связи с тем, что в эти выходные ожидается снегопад. Глава администрации города Перескоков распорядился, чтобы чиновники в субботу и воскресенье вышли на улицы. Что они будут делать? Снег убирать? Как раз функционал специалистов территориальных управлений и жилищно-коммунальной сферы является контролем.
за тем, как убраны крыши, нет ли сосулек. Мы понимаем, что у нас очень проблемные крыши, и Александр Викторович как раз дал задание, чтобы все проблемные места были обследованы, чтобы это было под контролем. Для этого организуются мобильные бригады и группы. Когда есть действительно угроза безопасности горожан, эти группы будут выезжать на место и убирать эти проблемные ситуации. Угу. Это сотрудники территориальных управлений? Сотрудники города. Территориальных управлений и частично сотрудники ЖКХ. Как управления. Часто главы города выходят на улицы и осматривают крыши, дороги? Ну, это не их функционал. Просто интересно, они выходят? Нет, на самом деле они выходят. Более того, у нас ведь, сами знаете, по красным линиям проехать, там, где люди идут, это видно. Видно, где крыши заснежены, где не убран снег. И со стороны дороги можно проследить. Нет, они очень часто. На самом деле, Александр Викторович, для него это ежедневная практика. Глава администрации города. Глава администрации города, он идет пешком на работу, и он уже в 7 утра, он всем уже выдал задание, и все проблемные точки приняты к работе. Угу. А Владимир Васильевич, он тоже пешком на работу ходит? Нет, Владимир Васильевич не ходит пешком на работу, потому что он более удаленно живет. Но я думаю, что его утренний объезд ничем не... если не более даже эффективнее. Угу. Следующий вопрос, он касается высказывания начальника управления градостроительства и архитектуры города Ирины Рубцовой, которая заявила, что историческая часть города продолжает ветшать, так как старые здания утратили привлекательность для застройщиков после введения запрета на строительство. Я вас прошу прокомментировать высказывание начальника управления градостроительства и архитектуры. Ну, на самом деле... Я сначала бы не хотелось ее комментировать, потому что это очень спорное заявление. Ну, раз уж мы сегодня встречаемся в формате особого мнения. Это ее личное заявление, потому что я категорически с этим не согласна. Я очень лилейно отношусь к нашему историческому центру, к тем домам, которые еще остались. Я считаю, что нужно вкладывать деньги, сохранять лицо города, эту идентичность. Мы очень долго вытаскиваем тему исторических границ в селении. И я думаю, что в 2016 году мы все-таки закончим и перейдем к к реальному осуществлению каких-то мероприятий в этой сфере. Потому что до 1 июля 2016 года должны быть внесены изменения в градостроительный план. И предложения уже принимаются сейчас. От кого? От всех людей, заинтересованных в развитии этой территории. То есть буквально любой житель города может внести... Да, но там есть определенные условия. Значит, если вы владеете каким-то домом как собственник, и вы видите, что эту территорию можно развивать, вы можете принести свои совершенно конкретные планы. Mm-hmm. То же самое касается и застройщиков. Она имела в виду, говоря о ветхости центральной части, если раньше строителям было возможно... тихонечко, тихой сапой, скажем так, купить старый дом под хорошие гиды, расселив аварийные квартиры, то сейчас им будет делать это невыгодно, потому что на этом месте они не смогут построить многоэтажку. Ну и поэтому, как, наверное, предполагала Рубцова, город будет ветшать. Но я не уверена, что этот посыл будет исполнен. Все равно у городских властей есть намерения, есть программы переселения из аварийного жилья, их никто не убирал. Здесь вкладываются федеральные деньги. Я думаю, что градостроительной политикой в этом году, в 2016-м, будет заниматься более подробно. Еще скажу такую вещь. Александр Викторович Прискоков, глава администрации, он как раз сейчас в эти дни формирует так называемую рабочую группу, совет строителей. Те люди, которые будут эту градостроительную политику еще раз пересматривать и вносить свои предложения. Это что-то новое? По сути дела, такого совета еще не было. Кто туда, предполагается, войдет? Открыты двери всем. Там, помимо того, что будут рассматриваться непосредственно вопросы строительства, будут рассматриваться вопросы и обеспечения коммуникаций. То есть, что немаловажно, широкие полномочия. Это не только исторический центр и старые здания, это возможности изменять конфигурации крыши и предлагать другие проекты, потому что мы знаем, что потом с этими крышами нам приходится мучиться сосульками. Это варианты вложения инвестиционные в коммуникации и в то же самое в новые микрорайоны. Вы знаете, что когда сейчас новые микрорайоны строятся, почему-то забываются о детских садах, больницах, школах. Дорогах порой. Да, и чтобы эти вопросы комплексно рассматривались. И тогда разрешения будут даваться более осмысленно и более жестко контролироваться.
А какие полномочия предполагается дать этому совету? Вот смотрите, я пока не буду глубоко в эту тему. Я хотела к этой теме привлечь профессионалов. На следующей неделе мы собираем пресс-конференцию на эту тему. Я думаю, что мы очень публично, поподробно расскажем об этом. То есть, судя по всему, именно под этой эгидой, под таким слоганом, что касается строительства в нашем городе, и пройдет этот год, да, особое внимание этой сфере. Ну, смотрите, сфер внимания и контроля, влияния много, на которые городская власть претендует в этом году. Так как мы видим, вот мы начали тему, да, о том, что город где-то ветшает, что требуется переселение, тема развития вот, ЖКХ и тема развития жилья, она вообще очень интересный такой тренд. С какой точки зрения? Если экономическая ситуация у нас сейчас, скажем, тяжелая, то в сфере строительства за прошлый год было достаточно ровненько и хорошо. И по оценкам Минстроительства, Министерства строительства, как раз эта сфера наиболее рентабельна по развитию. То есть сюда стоит вкладывать деньги, потому что... Кому вкладывать деньги сюда стоит? Инвесторам? Инвесторов, потому что считается, что на одно рабочее место в строительстве можно создать 7 мест дополнительно в сферах смежных. То есть это реальный, может быть, локомотив нашего как региона, так и России. Поэтому это очень веская тема. Смотрите, с одной стороны, тема ЖКХ и благополучие удовлетворенности граждан услугами ЖКХ, потому как в тему управляющих компаний собираются тоже инвестировать, они будут частные, они будут также ремонтировать, они будут заниматься проблемами капитального ремонта. Вот. И рядом идет строительство жилья, как переселенческого, это бюджетные деньги, так и строительство в целом. То есть вот с моей точки зрения это очень веская, очень серьезная тема. Вот. И следующий год, я думаю, что у нас вынудит... Текущий, да, простите. Вынудит, и это будет правильно, если мы будем заниматься этим. Ну, разберемся. Тем не менее, возвращаясь к высказыванию Ирины Рубцовой, не находите ли вы, что начальник управления градостроительства и архитектуры таким образом пытается приостановить как-то или уменьшить там границы исторической части города, приостановить принятие этого закона или предупредить о чем-то? Нет, на самом деле, это, во-первых, еще раз скажу, это ее субъективное мнение. Она профессионал в своей сфере, и, возможно, она аргументированно докажет свою точку зрения. Давайте на следующей неделе ее тоже послушаем на нашей пресс-конференции. Она будет в пресс-конференции. Да, обязательно. С точки зрения, сейчас уже принят закон в конце прошлого года, он уже не позволяет строить многоэтажки в центре. То есть, в принципе, уже вопрос решен и закрыт. Поэтому, я думаю, Ирина Васильевна нам свое мнение просто разложит по полочкам и скажет, почему. Но ждем пресс-конференции на следующей неделе. Когда она будет? Ориентируемся в понедельник. Она будет в понедельник. Вот, кстати говоря, о том, как выглядит наш город, очень много говорят активисты, мы с ними сотрудничаем, вы их тоже прекрасно знаете. Помните, я задавала вопрос по поводу группы «Красивый Киров» главе города, и он говорит, что он тоже отслеживает внимательно, о чем там пишут. И не так давно приезжали к нам в город блогеры и специалисты-урбанисты, которые прошлись по городу Киру, кроме того, что они давали семинары определенные, достаточно практичные, практические, а они еще прошли по городу Кирову и свой взгляд на то, что они увидели, выразили. На нашем сайте есть блог Антона Касанова, автора проекта «Пешком по Вятке» про московских урбанистов в Кирове. Все слушатели, кто еще не читал, могут зайти и посмотреть. Меня, конечно, не удивило, но в очередной раз... Мне было неприятно, что вот Киров, судя по фотографиям, вообще не меняется. Не меняется совсем. Я не увидела ничего примечательного, за что бы там душа порадовалась. Специально скинула вам вчера тут ссылки на эти блоги. И тут у меня две части. С одной стороны, ваши ощущения, Яна Юрьевна, при взгляде на эти фотографии и комментарии. А с другой стороны, по поводу практических семинаров, в частности, там был акцент на систему общественного транспорта. Это уже второй части вопроса, поговорим. Ну так как вам внешний облик Кирова и ощущение приезжих гостей? Знаете, кто какими глазами этот город смотрит?
Я не скажу, что это какой-то очень интересный репортажный материал с точки зрения меня как специалиста и даже туриста, который приехал бы в город. Ну, все очень типично. Я думаю, что если бы здесь были фотографии любого другого города, который пережил там непогоду, у которого, да, есть провода, ну, ничем бы не изменилось. То есть мне он был скучен, честно говоря. Какой-то особенности я там, именно взгляда урбаниста, я там не увидела. С точки зрения профессионализма того человека, который это снимал, оценивал и показывал. Если бы человек зашел и снимал, скажем, те приоритетные точки, которые могут иметь рост, развитие, или их нужно менять. А чего хотелось? Практических рекомендаций? Если бы он оценил, если он себя заявляет, что он урбанист, что он профессионал в этой сфере, тогда он очень должен четко заходить в город и говорить, вот это всегда в городе есть определенные точки роста. Вот смотрите, здесь они такие, такие, это плохо, это хорошо, это можно изменить. Все, конкретный. А такое ля-ля-то поля, вот тут скворечники, тут снег, тут провода, ну это хорошо. По поводу блога блогера-урбаниста Аркадия Гершмана, ля-ля-то поля, Яна Юрьевна сказала. А вот что касается лекции экс-руководителя отдела навигации Департамента транспорта Москвы, тут уж не сказать, что человек ля-ля-то поля, потому что он работал все-таки в администрации, Алексея Радченко, который говорил как раз об общественном транспорте и различным аспектам его функционирования. Снова ни одного чиновника. Ну, на вот этом мероприятии. Неужели им не интересно? Или наши чиновники городские так загружены, что раз, а это случается у нас, наверное, раза три в год, когда приезжают подобные специалисты, я что-то чиновников ни разу там не видела. Мы с вами обсуждали это в прошлом году, ничего не меняется. Нет, на самом деле абсолютно согласна с тем, что когда практически такие лекции даются, или вообще любая информация, это благо. Чем ты больше в себя впитываешь, тем лучше. Тем более, когда специалист готов поделиться своей презентацией, своим опытом. То есть там на элементарных примерах можно сделать какие-то срезы и по нашим проблемам и решить их, или, скажем, придумать, как решать. Я не знаю, были ли приглашены городские чиновники на это мероприятие. Ну, так или иначе, информация... Раз глава города отслеживает рубрику «Красивый Киров», то он должен знать. Информация была, в любом случае любопытствующие могли там появиться. Эти лекции очень хорошо, если они будут и дальше проходить, я обязательно своим специалистам и своим коллегам обращу на это внимание. Но единственное, что мы должны с вами понимать, что эти люди тут тоже делают не бесплатно, они отрабатывают гранты, и опять же, если бы они это приезжали к нам в город со своей программой и плюсом оценочным мнением, и приходили не просто вот вариант, ну, я вам тут рассказала, потому что там очень много теоретического материала, и у нас специалисты не хуже знают и не хуже разбираются в этих проблемах. Если бы он приходил к ним на площадку, конкретно к ним, и говорил, вот смотрите... Кто к кому приходил, я не поняла. Специалист-урбанист к чиновнику на площадку? Да. А чиновник на площадку к урбанисту не пойдет? Мы с вами говорим о разном. Да. Здесь идет, скажем, теория. Люди просто приехали поделиться тем, что они отрабатывают в своих грантах. У них нет заинтересованности в этот город вложить и сделать его лучше. Они приезжают. Конечно, у чиновника должна быть заинтересованность, Яна Юрьевна. Они должны вцепиться в этого урбаниста, если вам их мысли понравились, и привлечь для работы совместной. Вот. А как же он в него вцепится, если даже не придет к нему навстречу? Второе, что можно было бы сделать вот этим урбанистам, просто вот эту встречу совместную, то есть они пишут письмо, что мы приезжаем к вам, такого-то числа будем, давайте на вашей площадке, мы готовы встретиться, то есть мы читаем лекции публичные, куда вас приглашаем, и второе, мы с вами приходим в практическое поле, мы с вами встречаемся и либо совместно какой-то план, либо хотя бы обсуждаем ваши проблемы. Это была бы идеальная картинка, то есть знание, теория плюс практика. Ну, это я мечтаю, конечно, это было бы хорошо, потому что вы сами знаете, что любые проекты решаются, когда они совместные. Вы считаете, что это было бы эффективно? Конечно. А что мешает вам, как человек, который отвечает за коммуникации в нашем городе, со знакомыми вам людьми из красивого Кирова, эти коммуникации правильно завязать? Вот согласно, ничего не мешает. Теперь буду красивый Киров просить, чтобы они непременно мне, ну, хотя бы маленький звоночек делали, потому что необъятно иногда бывает. Вот, я думаю, что у нас работа продолжится, потому что мы с ними и так контактируем по каким-то таким нужным им точкам. Хорошо. Еще одно сообщение от 14 января. Это по поводу памятника труженикам тыла.
Я уже тут нашим слушателям говорила, что я временно выпадала так из информационного поля, но тем не менее проверяла, конечно же, новости. И для меня это была поразительная информация, странная. Но потом ее обсуждали, и я поняла, что ну вот какая-то есть, видимо, основа к этому. Я говорю о том, что Владимир Васильевич Быков предложил в сквере на перекрестке улиц Профсоюзной Карла Маркса поставить памятник, при этом скинуться горожанам на этот памятник. Предложил и памятник, этот памятник труженикам тыла. На волнах нашей радиостанции обсудили вопрос. Слушатели, в общем-то, не против. Единственное, что не поняли, почему это место, и предлагали совершенно другие, это первое. Ну и второе, что было, это критика в адрес Владимира Васильевича, что при таких, например, остановках, какие существуют в городе, что говорить о памятниках. Ну, вот ваше отношение к очередному вот этому памятнику, место ему там или не место. Ну вот первое и сразу хочу смотреть, там изначально... Ой, Яна Юрьевна, я прошу прощения. У меня почему-то наш звукорежиссер не останавливает. У нас сейчас реклама, через 2 минуты вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». И сегодня свое особое мнение высказывает Яна Юрьевна Страузова. Яна Юрьевна, мы с вами закончили на вопросе о памятнике труженикам тыла, предложение Владимира Васильевича Быкова поставить его на перекрестке Профсоюзной Карла Маркса в многострадальном сквере. Я хотела сразу уточнить, это предложение было высказано ветеранами. Они обратились в военно-историческое общество, они рассмотрели этот вопрос на областной площадке. И Владимир Васильевич, конечно, поддержал, не отказал ветеранам в обсуждении этой темы. С моей точки зрения, ну, может быть, прагматичной точки зрения, этот год, может быть, не самый удачный для возведения или сбора денег на этот памятник. Но, вот знаете, при этом есть такие две очень важные вещи. Город – это люди. Этот город делали люди, которые работали в тылу, которые помогали победе. Эти люди каждый год потихонечку ходят. Мне кажется, они имеют право быть... В памяти людей, и вот эта скульптура, если на нее соберут деньги, все это получится, она как раз даст еще один посыл, чтобы помнить, чтобы рассказать своим детям о том, что да, была такая война, и в нашем городе мы все ее коснулись, так или иначе, каждая там семья была в этом страшном. То есть саму идею вот такого памятника вы поддерживаете? Поддерживаю, и я думаю, что люди соберут на него деньги. Второе, где? Где стоит? Вот, знаете, этот, опять же, многострадальный сквер. Чем он многострадальный? Значит, его нужно было каким-то образом благоустроить, облагородить. На это, как правило, на большую территорию не хватает денег. А вот здесь как раз хороший повод. То есть соберут деньги на памятник. Естественно, заставят городские власти благоустроить, создать этот сквер, создать какую-то красоту вокруг этого памятника. То есть получается 2 плюса, что называется, в одном. Почему этот сквер? Аргументация была такая, о том, что рядом стоят крупные заводы, это и Шины, и Лепси, значит, и Скош. Это, собственно, те заводы, которые ковали победу в тылу. Поэтому ну, логично, что он был бы там. Почему нет? По-моему, хорошая идея. Место еще обсуждаемое или это уже окончательно принятое решение? Ну, видите, пока обсуждается вообще в принципе и сбор денег, и каким будет этот памятник, как предложение по скверу, мы должны увидеть весь проект. А каким образом оно обсуждается? Голосование идет какое-то публичное? Сейчас идут предложения. Прием предложений по памятнику и по благоустройству сквера. Понятно, что параллельно идет сбор денег. Этим занимаются ветераны, занимаются в большинстве своем. Пока город как-то активно не подключился к этому, но я думаю, что... То есть это не обсуждается в публичном пространстве, например, с использованием сайта, который открыла общественная палата? Смотрите, здесь было первое о том, что мы такое дело замечательное будем творить в этом году, только было заявлено. Сейчас идет сбор предложений. Когда предложения все будут собраны, я думаю, что мы перейдем в плоскость обсуждения и представим те проекты, да, которые... Яна Юрьевна, я, видимо, неясно выразилась. Я хочу понять, каким образом этот сбор предложений идет. Это только контакт чиновников и военно-исторического общества? Или есть публичное обсуждение где-то, например, на интернет-площадке? Как это происходит? Интернет-площадок я не видела, просто было предложено, естественно, кто создает памятники, архитекторам или заинтересованным лицам, с
свои предложения внести. И вот сейчас, видимо, на базе все-таки военно-исторического общества должно все так аккумулироваться. То есть, в принципе, военно-историческое общество само могло бы заняться сбором денежных средств. И для этого нет необходимости главе города бросать клич. Ну, в любом случае, он человек заинтересованный в том, чтобы это было. Я думаю, что он это дело правильно поддерживает. Высказывали сомнения по поводу этого самого сбора денежных средств, потому что все помнят историю с открытием памятника Трифону Вятскому, и тогда были, значит, посылы такие, рассказы о том, что в добровольно-принудительном порядке собирались деньги на этот памятник. Помню, 12 миллионов собиралось. Вот как бы ни случилось, как бы избежать таких же сообщений в этот раз? Ну, люди разные, мнения разные, поэтому этого, наверное, не избежим. Угу. Еще мы видим примеры скверов за этот год обустроенных, где, например, поставили фонтан. Мы прям радовались все и говорили, как замечательно в сквере, там, у городской администрации в Засоре, где фонтан, там прям паломничество людей, стали люди ходить и отдыхать. Вот понятно, когда люди идут к фонтану, и когда там насаживаются деревья, когда лавочки ставят, отдохнуть можно. Когда ставится памятник, вот к нему как-то не очень идут. Например, к памятнику Трифону Вятскому вот не очень идут. Неужели пойдут в сквер к памятнику хорошим, пускай, труженикам тыла? Может, фонтан? Ну вот смотрите, моя точка зрения и с точки зрения для развития города и, скажем, какого-то патриотизма, какого-то слова, наверное, я в кавычки беру, потому что, в принципе, патриотизм – это такая важная вещь. Когда мы говорим, что в Парке Победы появился вот такой музей под открытым небом, и куда можно прийти школьникам, провести там уроки, показать, то есть напомнить об истории – это хорошо. Аналогичный памятник может этому способствовать и здесь. Фонтаны – это прекрасно. В этом году обещают нам еще два фонтана, что появится. Uh-huh. Дай Бог, чтобы хватило денег uh-huh. на все. Поэтому и то, и другое в городе нужно. Настоящий дипломат и политик Яна Юрьевна Страузова. Спасибо. У нас в эфире. Это ее особое мнение. Ну вот еще одна тема, которая вас точно касается. В ЦИОМ очередной опрос провел, и, судя по этому опросу, в кризисное время россияне стали меньше ценить чиновников. Респондентам задавали вопрос, какие расходы нужно снижать в первую очередь. Самым популярным ответом оказались затраты на государственное управление. Что вы думаете по этому? Ну, на самом деле, вот такая статья «Затраты на государственное управление», она, ну, наверное, там очень много себя что вбирает. Uh-huh. Вот так встречно скажу, когда я слышу, что народ ликует по поводу сокращения чиновников, так это кажется странным, потому что, ну, вроде да, много развелось, сократили, но на самом-то деле это ведь те люди, ваши родственники, ваши знакомые, ваши друзья, они оказываются на рынке безработными. Хорошо ли от этого региону, экономике? Я думаю, что не очень хорошо. Поэтому, ну, с моей точки зрения, вот такие сокращения, наверное, не нужны, потому что мы вынуждены их делать. Хорошо ли это будет нам, гражданам, я сомневаюсь. Ну, потому что любой, скажем, чиновник исполняет свои полномочия, свои функции, скажем, вот строго по определенной должностной инструкции. Если он будет, будет ли он за две должностные инструкции делать это лучше, быстрее и качественнее, ну, будем стараться, наверное, на это все подписано. Вот, по поводу, как можно больше минимизировать затраты, я думаю, угу. что это правильно. Если мы еще раз по-хозяйски будем относиться там, к каждой мелочи, каждой скрепке, там, рублю, карандашу, ну, это тоже хорошо. А что происходит сейчас, например, в здании на перекрестке Карла Маркса и Воровского? Есть какая-то налицо оптимизация? Нет, ну на самом деле очень... Условно говоря, скрепки стали подсчитывать тщательней? Нет, мы всегда, если, скажем, работали на листах бумаги, то работали и на черновичках в том числе, сохраняя их. Это как-то у нас, видимо, еще с советских времен. На самом деле очень плотно прикрутили пояса, потому как бюджет этого года... Пока каким он будет прогнозировать, сложно. Уже сейчас затраты, ну, порядка там на 300 миллионов нам сказали, что вы должны их убрать. А это что-то, что такое 300 миллионов? Значит, нужно сократить, ну, все. Значит, если где-то вы выписывали газеты, значит, вы убираете эти газеты. Если какие-то там были цветы во время там ветеранам,
это тоже нужно убрать. Я думаю, что, в принципе, мы особо сильно не пострадаем от этих... Цветы эти рано убираются в этом году? Ну, до минимума. До букетик. Это 300 миллионов из как раз бюджета на содержание аппарата? Нет, нет, это я говорю такую общую гипотетическую сумму, потому что я сейчас не готова вам сказать, сколько конкретно будет сокращено из бюджета города на управленческий аппарат. Я не смотрела эти цифры. Но будет сокращение. Да, обязательно будет. То есть нас уже об этом предупредили, мы об этом знаем. Ну и все с пониманием к этому относятся. Спокойно, нормально, я думаю, что тут ничего такого особенного нет. Спасибо. Это была программа «Особое мнение». И особое мнение сегодня высказывала Яна Страузова, руководитель отдела по связям с общественностью Кировской городской думы. Яна Юрьевна, давайте еще раз напомню, что у нас прямая линия с Владимиром Васильевичем Быковым. Да, я с удовольствием приглашаю еще горожан, чтобы они отправили свои вопросы, зайдя на сайт администрации города Кирова. В прямом эфире Владимира Васильевича мы увидим 2 февраля в 18:30 на телеканале «Россия-24». Все вопросы туда. Все вопросы там будут открыты, еще горячая линия будет работать, 4 телефона. То есть каждый может дозвониться, ну, по мере возможности дозвониться, и его вопросы будут направлены в эфир, помимо тех вопросов, которые озвучены через сайт. Ну, еще раз все-таки уточняю, это я уже от себя, поскольку опыт в этом есть. 30 минут времени – это немного на телевидении, поэтому не обижайтесь, слушатели. Присылайте свои вопросы заранее, раз обещано, что на каждый вопрос ответят и выложат ответ. То пишите, только пишите, пожалуйста, с какими-то отправными данными. Не под никами, а под человеческими именами, потому что непонятно, кому отвечать, правда же? Вот, пишите, и ответ получите. Еще раз благодарю. Яна Страузова, Светлана Занько. До свидания. Спасибо.